В минувшее воскресенье на стадионе СОШ номер 2 в четвертьфинальном футбольном поединке за кубок главы Кашхабского сельского поселения встретились два давних соперника – финалисты прошлогоднего розыгрыша кубка команды «Кавказ», «Уляб» и «Ходз». Отметим, что для последней эта игра была попыткой реванша за прошлогоднее поражение, что придало встрече дополнительную остроту. В результате упорной борьбы со счетом 8-4 убедительную победу одержали ходзинцы, с чем мы их и поздравляем. Следующим соперником команды «Ходз» теперь уже в полуфинальной встрече станет команда «Кашихабль». Встреча намечена на первое воскресенье апреля. В этот же день предстоит за выход в финал сразиться игрокам «Нур» и «Юность».